проблемные места определяют во время утренних обходов улиц первым заместителем главы Анапы. На минувших выходных порядок на вверенной территории улицы 40-летия Победы наводили сотрудники муниципального центра развития и оказания курортных услуг. Вместе с жителями окрестных домов они вывезли более 20 кубометров мусора. На 40-летие Победы мы только начали наводить порядок, поэтому призываю всех жителей этой улицы включиться в работу, привести свои прилегающие территории, сделать благоустройство на них.